Приветствую. И мы сейчас встречаемся в Измайловском парке, по которому от Измайловского шоссе до шоссе энтузиастов проходит главная аллея. Ну, название такое достаточно поэтическое, аллея, полагает, что это такая пешеходная дорожка в парке, да, вот, вокруг которой, так сказать, находятся разные зеленые насаждения, но это, так сказать, к данной аллее не имеет никакого отношения. На самом деле, это обычная улица, которая проходит на всем протяжении по Измайловскому парку. И, собственно говоря, она разделяет Измайловский парк культуры и отдыха от Измайловского лесопарка. Ну, то есть Измайловский парк культуры и отдыха, соответственно, это все-таки такое более культурное место, да, то есть там разные там созданы, так сказать, фонтаны, пешеходные дорожки, действительно уже такие настоящие аллеи такие вот, и разные, так сказать, какие-то такие вот, ну, культурные, спортивные, так сказать, сооружения, объекты и так далее. Ну, а лесопарк — это, по сути дела, лес. Вот, это лес, такое неокультурное место, где, в общем, так сказать, сплошняком деревья, вот, есть и болото, ну и так далее. Ну и, так сказать, разные народные тропы лишь, так сказать, позволяют как-то туда проникнуть. И вот это как бы такой вот, можно сказать, раздел идет, да, границы. Окультуренная часть и, соответственно, неокультуренная часть. Ну, в принципе, да, она считается главной аллеей Измайловского парка, хотя, по сути, ее можно было бы назвать, в общем, просто главной улицей, да, которая проходит через Измайловский парк. Ну, или, если так брать, так сказать, более правильное название, наверное, было более правильно назвать ее главный проезд. Вот. Потому что, по сути дела, это проезд. Проезд по территории, или сквозь территорию Измайловского лесопарка. Вот. Ну, конечно, назвать главный проезд как-то странно, но что значит главный проезд, да, как название совсем какое-то непонятное, не русское, да. Ну, главная аллея — это, конечно, более правильное название, хотя, конечно, еще раз, никакая это не аллея, это, в общем, обычно такая улица. Вот. И, по сути, да, является практически проездом. Ну, например, скажем, могу аналогии привести, скажем, тот же большой Купавинский проезд, или, скажем, Перлецкий проезд, который тоже проходит через территорию Измайловского как раз лесопарка. Только они там намного более восточнее находятся, но, в принципе, суть их примерно та же, что и этой главной аллеи. Ну, они же называются проездами, да, ну, наверное, более правильно было бы назвать эту аллею тоже проезд. Ну, не будем придираться, аллея так аллея. Вот, рядом проходит, так сказать, уже за, по другую сторону Измайловского парка, Северо-Восточная Хорда, недавно открытая, ну, не так давно. И, соответственно, за Хордой находится МЦК, железная дорога окружная московская, на перегоне Соколиная гора и платформа Измайлова. Ну, когда-то это была железнодорожная станция Лефортово, грузовая, еще до открытия пассажирского движения. Но это находится довольно далеко от главной аллеи, хотя и проходит там параллельно этой аллеи, в принципе, за парком. Ну вот. Ну, а что касается самой аллеи, то по ней организован двусторонний движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. И длина этой улицы, аллеи, конечно, составляет 3 километра. То есть она довольно длинная. Вот. Причем, что интересно, что на защитном протяжении этой аллеи, а именно от Московского проспекта до шоссе энтузиастов, тут вообще нет тротуара. Вообще. То есть можно пройти только по проезжей части. То есть она даже как совсем не приспособлена практически для пешеходов. Ну а от Московского проспекта до Измайловского шоссе тротуар с одной стороны появляется, и он уже идет на всем протяжении. Так что, так сказать, для прогулок, ну, скажем так, пригодна только лишь примерно половина этого. Это аллея, как раз вот от Московского проспекта до Измайловского шоссе. Вот, а так, в принципе, пройти по этой аллее можно, хотя движение машин достаточно интенсивное, потому что это, по сути, единственная такая соединительная дорога между разными шоссе, измайловским и энтузиастов, да, как-то вот, так сказать, перехода с одного на другое, вот, и поэтому, в принципе, транзит машин достаточно сильный по этой аллее. Ну что ж, в 18 веке здесь были, ну когда-то, конечно, понятно, здесь был сплошной лес и, в принципе, так сказать, болото, речки, все как обычно, но по 17 веку здесь появились царские охотничьи угодья,
И тогда же, в 18 веке, а именно в 1131 году, тогдашняя императрица Анна Иоанновна устроила здесь зверинец, которому показывала не только, так сказать, местных обитателей Измайловского парка, но и привезенных. Сейчас там тигра, рысь, львов, ну и так далее. То есть, и поэтому, так сказать, некоторые улицы и, соответственно, переулки, вот по другую сторону Измайловского парка, носят название там Измайловского зверинца, который здесь находился. Вот, ну, соответственно, в 19 веке здесь произошло, так сказать, лесоустройство, распланировка разных, так сказать, проспектов и, так сказать, прогулочных аллей по территории Измайловского лесопарка. Была создана пасека, ну, а уже в советское время, в 1930 году, был основан Измайловский парк культуры и отдыха, который, собственно, есть и до настоящего времени. Ну, здесь протекает речка Серебрянка, самое главное, по-моему, Нищенко тут же находится, ну, и некоторые другие уже более мелкие речки. В лесопарке много болот, разных, так сказать, заболоченных мест. Также есть заросли лип, липников, дубов, дубников, березняков, сосняков, ну, в меньшей степени сосновых лесов не так уж много, хотя они есть. Вот. Ну, в общем, разные породы деревьев. Конечно, нет смысла говорить о многих, так сказать, растениях и животных, которые здесь обитают. Ну, настоящий лес фактически, да, поэтому, конечно, здесь можно встретить разных обитатели этого леса, но, конечно, для этого надо углубиться достаточно туда, наверное, далеко вглубь, потому что, конечно, не то из Мазовского лесопарка на культурной части, но вряд ли уж так каких-то ценных, так сказать, представителей, особенно фауны, можно встретить. Вот. Ну, белок, конечно, довольно много здесь. Вот. Ну, что еще хочется сказать, что это, в принципе, самая длинная, действительно, широкая аллея в Измайловском парке, вот, и возникла она из просеки, которые как раз устроили в 19 веке, вот, и даже скорее 8, еще и в 18 веке. И просеку эту прорубил фаворит императрицы Елизаветы Петровны Разумовский, Андрей Разумовский, и вела эта просека от села Перово до, соответственно, летней резиденции императрицы в Измайлове. Ну, тогда это все было под Москвой, конечно. Ну и вот, соответственно, в 1926 году здесь был создан, соответственно, назван, вернее, главный проспект, вот, но не главная аллея называлась, а главный проспект. Но проспектами тогда назывались не то, что мы сейчас называем, какие-то длинные, широкие, обычно прямые такие вот улицы, да, которые формируют, в общем-то, лицо города, какие-то торжественные улицы, а тогда это назывался просто прямой проезд, вот, который открывал, так сказать, дальний вид на какие куда-либо, да, вот, перспективы, не перспективы, тоже, в принципе, прямая просека, да, и туда дальше она куда-то вела, ну, в частности, вот, например, из села Перово тогда и до Измара. Вот. Ну, и только вот в 1964 году, это, соответственно, транспортная единица, ну, главный проспект тогда получил уже современное название, главная аллея, ну, и до сих пор это название сохранилось. Что здесь находится на этой главной аллее? Здесь есть, вначале, если мы идем от Измайловского шоссе, у нас слева идет питомник декоративных и садовых культур, по-моему, он от какого-то колледжа ландшафтного дизайна вроде, да, находится по номерам 3. Напротив находится автодор мехбаза этого Измайловского парка по номеру 4. Ну, собственно говоря, разные, так сказать, дорожные коммунальные службы, там всякая техника находится, которая как раз, в общем, очищает этот парк, проводит всякие работы в этом парке, ну и так далее. И рядом находится небольшая стела на месте бывшей дачи скульптора Сергея Меркурова, вот, которая, соответственно, жил он в 1881-1852 годах. Вот, ну и здесь его была дача, которая, в общем, более 10 лет назад была разрушена. Соответственно, какое-то время там еще валялись остатки скульптур, там Ленина, он любил делать всяких партийных деятелей разных, так сказать, лепить из глины, да, запечатлевать в камне. Ну и, соответственно, так сказать, валялись там всякие остатки культур, какие-то остатки еще дачи сохранялись. Ну, сейчас там ничего вообще не осталось, кроме вот этой памятной стелы, что когда-то здесь была дача вот известного в советское время, ну и, в общем, даже еще до революции он начинал работать культура. Далее с левой стороны находится Оленьий пруд, ну и дальше там еще несколько прудов уже находится, ну уже в отдалении от этой главной аллеи в этом парке. Ну и находится дальше техническая служба парка, ну, можно сказать, как типа администрации. Вот, по номеру 11 интересное здание, это бывшее здание убежища имени императора Александра III для престарелых артистов.
1906 году было построено одноэтажное здание кирпичное. Ну, довольно такое интересное. Правда, находится оно на огороженной территории, так что внутрь, конечно, зайти не удастся, но так снаружи его, в принципе, видно. Хотя летом оно утопает в зелени. Ну и дальше идет, в общем, Собачий пруд. Ну а с правой стороны отходит Московский проспект в Коре. И находится сразу же бывшая станция юных натуралистов. Вот. Она уже закрыта, по-моему, там более 10 лет назад, а может даже и более 20 лет назад. Ну, сейчас там что-то вроде находится, может быть, офис или тоже служба парка. Ну, затем отходит Елагинский проспект. Ну, соответственно, опять же, проспект здесь в данном случае просто просека, по сути дела. Конечно, никакой это не проспект в нашем понимании этого слова, да, проспект. Как, например, там Комсомольский проспект, там, да, или там Ломоносовский проспект, Университетский. Нет, это совсем другое. Ну и, собственно, все, и дальше идет просто сплошняком уже лес. Опять же говорю, тротуаров уже здесь нету за Московским проспектом. Ну, в общем, просто царство леса, царство флоры, ну и отчасти фауны тоже, которые там во флоре находятся. Вот. Дальше здесь уже только машины проезжают. Ну, и, в принципе, как на Ковой-то аллее, может, ничего интересного и не представит, так сказать, для осмотра. Но, в принципе, по Измайловскому парку, конечно, погулять можно, но и, в принципе, тоже, так сказать, на эту аллею выйти тоже можно посмотреть. На участке вот и бывшее убежище для старых артистов начала 20 века. Думаю, будет интересно посмотреть. Вот. А так здесь проезжают автобусы от метро Партизанская, номера 731. Вот. Но, в общем, по всему, по всей аллее не проезжают. Но сейчас по движению по этой аллее, в принципе, перекрыто. Там идет замена, по-моему, какого-то водопровода, ремонтируется еще с советских времен остался, он там какой-то коллектор ремонтируется, который как раз проходит под этой аллеей, под проезжей частью, и там сейчас все изрыто примерно до уровня Московского проспекта, и поэтому сейчас вот от Московского проспекта и до шоссе энтузиастов там движения нет. Сколько я понимаю, вообще не только автобусов, а и вообще и машин, вообще движение перекрыто. Прямо посередине фактически этой аллеи. И будет оно перекрыто до конца января 2019 года. Так что сейчас поосторожнее. Ну, а уже следующим летом, думаю, все будет нормально, и можно будет погулять и по этой аллее, и вообще по Измайловскому. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.